Жалко, что не удалось забить. У нас моментов достаточно было, да. Могли выиграть. Все-таки победа, как говорится, настроение больше, да, положительных эмоций больше, чем ничья. Вот, а так, мне кажется, сегодня мы достаточно неплохо выглядели. Какие-то связи, те, которые наигрывали весь сбор, да, что-то получалось. Над чем-то еще будем работать. Поэтому в целом, я думаю, удовлетворительно все прошло. Сборы были тяжелые, да, но чувствую, что вот к концу уже появляется определенная свежесть. Я думаю, уже к первому туру все будем свежие и готовы на 100%.